Ирина поздравляет свою дочь Софи Лазарян с 18-летием, с этим прекрасным возрастом. Желает во всем успеха и счастья. Наверняка планов громадье. Пусть жизненный путь будет долгим. Пусть будут яркие события, незабываемые впечатления, путешествия, встречи с хорошими людьми. Пусть рядом будут добрые друзья и мечты, желания пусть исполняются. С праздником вас, Софи, с днем рождения. Сегодня свой день рождения отмечает замечательная девушка. Зовут ее Елена Жукова из Краснодара. Елена, которая пишет стихи, которая поет замечательно, талантливая, необычайно. Всегда поздравляет своих друзей в программе «Только для вас». Я это хорошо помню и знаю. И сегодня, конечно, очень много сообщений. Лена, ваш адрес. Татьяна из Ейска вас поздравляет. Ирина Сафонова из Краснодара поздравляет вас. Желает, конечно, вдохновения, быть счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, иметь верных, надежных друзей, любить и быть любимой, оставаться молодой, светлой, доброй, веселой, улыбчивой. Вот сколько добрых слов сегодня для вас, Елена, звучит, вам дарят. И вот как уточнила еще Ирина, Елена наш постоянный слушатель в течение вот всего этого времени практически. И есть тут еще стихи для вас, а как же без них? Я от всей души ее поздравляю, желаю много позитива, любви, здоровья и чудес, чтобы желания исполнялись, песни классные рождались, а ты, Елена, улыбалась и только счастьем наслаждалась. Люблю тебя, моя подруга, такая у меня одна, и пусть земля бежит по кругу, и солнце светит для тебя. Но ваши друзья, подруги тоже очень талантливые. Принимайте эти поздравления, пусть они согреют вашу душу, поднимут настроение, исполняются все добрые пожелания, и одно из них музыкальное, конечно, прямо сейчас и исполнится. Дмитрий Хмелев на радио «Шансон». Только для вас. Может, это не со мной было, может быть, сошла с ума память. Развлекалась и, зайдя с тыла, нас ударила судьба губами. Дунул легкий ветерок с юга, бросив под ноги сюжет к песне. Посмотрели мы на друг друга, улыбнулись и пошли вместе. Эх, жизнь!